В Узбекистане планируют открыть представительство Евразийского научно-образовательного центра. Речь об этом шла на встрече Ради Хабирова с министром высшего образования, науки и инноваций Республики Каракалпакстан Батырбеком Каипбергеновым. Это позволит проводить совместные исследования, опытно-конструкторские работы по приоритетным направлениям научно-технологического развития. А преподаватели вузов Каракалпакстана смогут повысить в филиале НОЦ свою квалификацию. Напомню, Башкортостан совместно с Советом министров Каракалпакстана реализует дорожную карту по развитию сотрудничества, которую утвердили в апреле этого года на полях форума «Иннопром Центральная Азия» в Ташкенте. Один из больших вопросов, который обсуждали и где мы предлагали свое сотрудничество, это подготовка специалистов среднего уровня, то есть в колледжах. Мы были готовы, я даже предлагал, когда это весной было, я говорю, если вы быстро будете действовать, мы 1 сентября уже можем набор сделать. Но на данный момент ситуация такова, что нет юридической основы, так ведь, в Узбекистане, да, и межправительство для того, чтобы открывать. Эту работу нам надо поднимать, и у нас есть ресурсы обеспечить соответственно преподавателями, методическими, программами. И подумайте об этом, потому что для развивающей экономики Каракалпакстана это вот варианты первых задач, которые существуют. По словам Батырбека Каипбергенова, перед их министерством стоит задача вывести на новый уровень профессиональное образование. В частности, обучение рабочим специальностям, подготовку сварщиков, токарей, фрезеровщиков и так далее. Он отметил, что совместная работа в данном направлении уже ведется и в дальнейшем будет только укрепляться. Сегодня в вузах Башкортостана обучаются 11 тысяч иностранных студентов, каждый десятый из Узбекистана. А на базе Башкирского госпедуниверситета год назад открыли Центр узбекского языка.